Здравствуйте, с вами программа «Знай наше» и я, Анна Лапо. Сегодня мы отправимся в славный город Славгород вместе с сервисной службой завода отопительного оборудования «Виктори». Мы убедимся в том, что жильцы нового 40-квартирного дома вполне довольны газовыми колонками производства «Виктори». А потом зайдем в магазин «Технаок» по адресу улица Первомайская, 29, напротив остановки «Червоная зорка», для того, чтобы убедиться, что там вся бытовая техника по сказочным ценам. Газовые котлы и колонки, произведенные на заводе отопительного оборудования «Виктори», хорошо знают не только в Могилевской области, но и по всей Беларуси. Завод отопительного оборудования «Виктори» на рынке уже существует 6 лет. За это время по всей территории Республики Беларусь было установлено где-то порядка 10 тысяч единиц газового оборудования. Сегодня вместе с представителем сервисной службы завода мы отправляемся в Славгород. Здесь газовыми колонками фирмы «Виктори» укомплектовали целый 40-квартирный дом. Здравствуйте. Добрый день. А мы проведать вашу колонку газовую можно? Хотите, конечно. В квартирах газовые колонки по технике безопасности могут быть установлены только на кухне. Скажите, пожалуйста, есть ли какая-то сложность в использовании колонки? Или это может сделать любой человек, не имеющий технического образования? Для пользования колонки, в принципе, данная модель может пользоваться абсолютно любой. От маленького ребенка до взрослого, там, до пожилых людей. Здесь установлены просто две клавиши, максимально и минимально. Это мы можем выбирать просто температуру, которая будет литься у нас из-под крана. Обычно жильцы выбирают температуру около 40 градусов. Это дает двойную экономию и газа, и воды. Фирма «Виктори» комплектует свою продукцию деталями от лучших производителей. Это гарантия качества и долговечности. Итальянский газовый блок, ситовский, стоит. Один из самых лучших в мире, считается, по газовой арматуре. Тестер – это польская фирма, которая делает блок управления, то есть все происходит автоматически. Фирма «Виктори» не только осуществляет полное гарантийное и сервисное обслуживание своей продукции, но и обещает безопасность в эксплуатации. Обязательно тестируем, прежде чем попасть к человеку или к потребителю. Все газовое оборудование проходит у нас испытания на испытательном стенде. А довольны ли сами жильцы? Дмитрий Коваленко живет в новостройке всего пару месяцев. Говорит, с колонкой легко управляются все члены семьи. Очень удобная колонка, очень нравится, все удобно, безопасно. Скажите, жена тоже пользуется переключателем, освоилась? Жена, да. То есть техника не сложна? Нет, очень удобно. Хозяин получает сувенир от фирмы «Виктори» – белорусский оберег для семьи и дома. Вот вам крепость семьи, крепкой семьи, символ крепкой семьи. Подарок от завода «Виктори». Стоит подчеркнуть, что гарантия на продукцию фирмы «Виктори» начинает действовать не со дня покупки, а с момента запуска котла или колонки. А круглосуточная сервисная служба завода отопительного оборудования «Виктори» всегда на связи со своими клиентами. Магазин бытовой и цифровой техники «Техноопт» в Могилеве уникальный для Беларуси, но широко распространенный, проверенный и очень популярный в Европе формат торговли. Только здесь весь товар с уценкой и дешевле, чем в интернет-магазинах, но при этом с полноценной гарантией. Сегодня это настолько выгодное предложение, что о нем можно говорить только в превосходной степени. Магазин неожиданно большой, просторный. Сколько же у вас умещается товара? У нас на самом деле более 5000 наименований товаров. Фактически это все от флешек до холодильников. Крупная, мелкая бытовая техника, встраиваемая техника по очень низким ценам. Цены в «Техноопте» действительно впечатляют. Представленные товары в основном это выставочные образцы, бытовая техника с поврежденной упаковкой или отмеченным гарантийным талоном. Но это никак не влияет на качество товара, а вот цену снижает в разы.
По телевизорам вы сами можете обратить внимание, большинство телевизоров у нас это вообще витринные образцы. То есть они где-то уже были выставлены. Соответственно, мы их с уценкой теперь и продаем. Они полностью обклеены вот в заводской пленочке, на них нету никаких ни царапин, ни повреждений, ничего. И полностью полная комплектация. В магазине «Техноопт» на весь товар полная гарантия. А еще есть рассрочка и кредит, который можно оформить прямо на месте, и бесплатная доставка в любую точку города. У дисконт-центра «Техноопт» получилось создать лучшее предложение на рынке цифровой и бытовой техники на фоне других магазинов и даже крупных торговых сетей. С таким ценообразованием «Техноопт», пожалуй, можно назвать самым социально ориентированным магазином бытовой и цифровой техники в городе. Ну вот, например, у нас Samsung, да? Да. По-видимому, это выставочный образец. Да, смотрите, он, возможно, стоял в каком-то магазине, то есть при выставке вот была нанесена какая-то небольшая царапина. Собственно говоря, на этой основе мы уже делаем уценку и продаем его с хорошей скидкой. Давайте, раз уж мы попали к вам в гости. Внутри он абсолютно новый, с никаких царапин, никаких повреждений, ничего нету. Единственное, что вот это небольшая царапина. Я бы повесила на эту царапину магнитик. Ну, как, собственно, и большинство людей. Да, купила бы этот холодильник. Для хороших хозяев в «Техноопте» огромный выбор умных помощников, которые могут стать замечательным подарком. Например, робот-пылесос. Удивительный ряд. 4 935 000. Да. Горничная обойдется дороже. Это 100%. Чем? Конкретно эта модель двигается по заданной программе по помещению, щеточками все это в себя собирает. У нас есть модели, которые для ламината можно делать влажную уборку. Просто тряпочку еще дополнительно на него цепляете, и он уже будет все протирать. Обратите внимание на красные витрины. В них представлен новый товар с гарантийным талоном от производителя. Но он тоже продается с уценкой. Магазин «Техноопт» найти несложно. Он расположен в центре города по адресу Первомайская, 29, напротив остановки «Червоная зорка». Покупайте в «Техноопте» разумно и без переплат. Сегодня вместе с вами мы учились покупать с умом. Ведь в народе говорят, грамотный покупатель экономит до половины своего бюджета. С вами была программа «Знай наше». До новых встреч!